автобус поступил. Сейчас, значит, автобус принят, он соответствует всем требованиям технического задания, оснащен проблесковым маячком, системой ГЛОНАСС, а также имеется тахограф. Дети на этом автобусе в ближайшее время будут перевозиться из деревни Ладейка в деревню Благовещение после того, как будет заменена зимняя резина, а также решены организационные вопросы с ГИБДД.